Никогда не думал, что скажу это. Это последняя и самая сложная миссия перед отправлением на Марс. Кодовое название «Проксима». Подготовка пройдет в России. Если готовы, можем начинать. Готово. Давай, давай, Сара. Тебе не обязательно делать все. Почему нет? Сара, ты меня слышишь? Я всегда мечтала стать космонавтом. Когда ты покидаешь Землю, для родных это всегда стресс. С тобой ничего не случится. Не переживай, у тебя сильная мама. Не выключай свет. Так точно, капитан. Долго готовясь, я не думала, что мой первый полет может быть последним. Совсем немного женщин работало здесь. Терешкова. Она стояла вот на том самом месте, где ты сейчас стоишь. Ты можешь гордиться собой. Что будет в самом конце? Самое тяжелое – это вернуться. Когда ты понимаешь, что люди привыкают жить без тебя. Для кого-то космос – это целый мир. А для кого-то лишь точка отсчета.